состав «Наша первая пара». И я представляю балерину Михайловского театра, заслуженную артистку России Веру Арбузову. С ней танцует Алексей Тихонов, чемпион мира, чемпион Европы. А танцуют они, используя музыку фильма «Два бойца». И вы знаете что? Когда этот фильм был сделан, и музыка была написана, кстати, Никитой Богословским, это было в 1943 году. Вас еще вообще не было. А меня было. И поэтому я позволю себе говорить. А я уже немножко, так сказать, вот послушаю. Значит, смотрите. 43-й год. Война. Действие происходит в Ленинграде. Вот странно, как выбрали, да? Два замечательных актера. Борис Андреев, Марк Бернес. Музыка, которая запомнилась навсегда. «Шаланды полные кефали» и «Темная ночь». Это вот редко бывает, чтобы и фильм, и музыка так надолго запоминались. Я немножко боюсь за наших исполнителей, потому что при такой известности попытаться что-то потом сделать другое, это очень трудно. Музыку мы взяли военную. Вот, может быть, нас обвиняют в том, что недостаточно хореографии. Но это настроенческий номер, да, и я думаю, что мы его передали, как бы, настроение. Просто под эту музыку делать какой-то такой, джаз или модерн, или какие-то головокружительные, так, может быть, и неправильно. Вообще тема войны, то есть страшной войны, она очень, все-таки она... Трудная. Очень трудная, но очень важная, очень... трепетная. Как ее можно деликатно показать? Да. В принципе, такой получился деликатный номер. Старшее поколение, мне кажется, нас оценит. Не знаю, как это прочтется судьями и вообще оценится. Сложно. Знаем одно. Наш номер будет другой, он будет отличаться. Очень отличаться от всех. Очень отличаться. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен, в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружит. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. И вот я до сих пор думаю,
Это было наяву? Или они оба грезили о любви, о любимых из-за этой войны? Вера Арбузова блестяще эту идею до нас донесла. Она такая утонченная. И если говорить, употреблять слово «сентиментальность», то только в положительном значении. Это трогает. Скажите, пожалуйста, вы вообще видели фильм? Да. Это очень такая трогательная вещь. Очень. Я уверен, что мы все должны помнить ту войну, страшную войну. И память, которая останется в нас, в наших сердцах, это, наверное, очень такой важный момент. Вообще, это трогательная история. И, не знаю, надеюсь, что мы справились. Уважаемый жюри, отметки за технику. 9, 8, 8, 8. А теперь оценки за выразительность. 9, 10, 8, 9. Вопросы у вас есть к жюри? Нету? Нету. А у меня есть вопрос к председателю жюри. Вы так редко ставите 10. Тут никто не поставил 10. А вы поставили. Это как понимать? Испугались наших прошлых, так сказать, замечаний? Вот почему я ставлю 10. Потому что они удивительно тонко и очень хорошо прочувствовали то, что им было поставлено. И, к сожалению, по-настоящему раскрыть их техническое мастерство они, ну, просто здесь не могли. Ни на чем было. Тамара Николаевна Москвина. Я хотела внести некоторую ясность в методику оценки, в методику судейства. Наше судейство не абсолютное, а относительное. Мы сравниваем одного исполнителя с другим. Впереди у нас целый концерт из 8 различных номеров. И если и у каждого судьи должен быть как бы шаг. То есть первые всегда будут про просчете. Нет, не в просчете. С этими оценками первый исполнитель может и выиграть, если другие будут уступать его по мастерству, по исполнительскому и техническому. Поэтому номер мне понравился. Было много, правда, мебели, но великолепное тонкое исполнение под такую душевную музыку, которая всегда в наших сердцах оставляет чувство воспоминаний о том времени, когда была написана эта песня. Спасибо. Татьяна Навка, пожалуйста. Вера, Леша, когда вы исполняли этот номер, мне действительно бежали мурашки по коже, и вы потрясающе вообще выразили эмоции, чувства. Вот я даже жалею сейчас, что поставила 9, должна была 10 поставить, но правда, просто вы первые, простите, пожалуйста. Мы так боялись, честно говоря, реакции, потому что... Ну, вернее, свои ощущения, наверное, вот в этом номере не совпадают с ощущением зрителей, скорее всего. Потому что, ну, номер больше настроенческий, чем хореографический, поэтому мы боялись, что как-то он будет не оценен, ну, по достоинству. Главное, что хотелось сделать, станцевать его хорошо и... Передать настроение. Передать настроение, чтобы вспомнили, чтобы помнили всегда. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.